Мои дорогие, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Кто меня еще не знает, меня зовут Елена. Я сейчас только что записала видео на распаковку сайта Рандеву, и видео получилось длинным, и я вот решила записать начало, приветствие и сделать это видео отдельным. Так что, если кому нравится такое видео, оставайтесь со мной, я вам все покажу. Всем приятного просмотра! Мои дорогие, а сейчас я хотела бы вам показать свой очередной заказ с сайта Рандеву. У меня сегодня большой заказ. Есть парфюм. Новый парфюм. Для меня новый. Много всего интересного. Для волос есть. Косметика, да, уходовая, декоративная. В общем, оставайтесь со мной. Не переключайтесь, потому что много всего интересного. Да, кстати, ссылку на сайт Рандеву я оставлю под видео. И промокод на скидку я тоже оставлю под видео. Моя скидка суммируется со всеми остальными. Если вы ее будете вводить при заказе, то у вас будет еще больше скидка. Еще будут приятнее покупки, потому что большая скидка будет в итоге. Так, все, ссылочки все под видео на все товары, что я заказала. Промокод под видео и на сайт Рандеву тоже под видео. Итак, мои хорошие, я заказала вот такую вот кисть. Я буду смотреть, все вытаскивать. Кисть от Real Techniques. Вы знаете, что я очень люблю эти кисти. У меня их очень-очень много. А вот такой нет. Это для контурирования. Кисть для контурирующих средств 2 в 1. Это у нас Великобритания, кисти номер 1 Великобритании. Двухсторонняя кисть для нанесения контурирующих средств с пудровой текстурой. На кисточках Real Techniques сейчас пишут номера. Ну, давно уже я заметила, я покупала наборы по раздельности. Они по всех указаны номера, и это очень-очень удобно. А вот такая вот кисть, видите, она плоская. Очень удобно наносить вот сюда вот, да, для контурирования, да, темный оттеночек, сюда, и вот такая вот еще кисточка здесь вот так открывается, это вот сюда. У меня такой кисточки нет, и я решила заказать. Очень здорово. Ну, я, конечно, редко контурирование делаю, но иногда хочется, и вот кисточка у меня теперь есть. Ну и для 2-го канала она мне понадобится. А вот эта вот большая кисть, это 438 номер. Следующее, я давно очень хотела заказать себе резинки для волос из натурального шелка. Да, на сайте Рандеву есть из натурального шелка несколько резинок. У меня вот такой вот наборчик. Здесь прямо написано 100% натуральный шелк. 3 штучки, они разного цвета. И вот такая вот фирма. Так, комплект шелковых резинок скранчи. Легкие и мягкие резинки. Нежно заботятся о ваших волосах, не оставляя заломов, спутывания и повреждений. Гладкости и элегантность натурального шелка для здоровья и красоты ваших волос. Натуральный шелк, 3 штуки. Так, размер указано 30 миллиметров. Это получается 3 сантиметра, но мне кажется, они 2,5. Посмотрите, какая красота, девочки, вообще так упаковано, все красиво, тоже на подарок, прямо очень здорово. А здесь разные расцветки, мне кажется, такие базовые цвета, очень красивые. Так, покажу вам, вот, в реале, ну, так, где-то около 3 сантиметров. Там еще другие есть. Очень хорошо держит. Я уже пробовала классные резиночки, приятные на ощупь. Я люблю просто шелковые вещи. У меня есть блузки, знаете, да, блузки, да, эти маски покупала тоже шелковые, юбки шелковые есть. Ну, в общем, люблю вещи из шелка, поэтому, когда увидела, заказала. Дальше здесь у меня парфюмчик. Я такой парфюм получала в маленьком пробничке, потестировала его, и мне очень-очень понравился. Это недавно появился этот бренд Анжелин. Вот так называется. И смотрите, я заказала 10. А для пробы я маленький потестила, пробничек такой вот, мне понравился, ну, думаю, закажу еще пока 10 миллилитров. Если сильно понравится, я уже закажу большой флакончик. Очень здорово приходит. Вот так вот, смотрите, в пакетике, в коробочке. Красота какая, посмотрите. Здесь еще чехол. Сейчас я вам скажу, тут базы.
Так, это у нас группы древесные, ароматические. Верхние ноты перец, конопля, а средние ноты сухая древесина, кедр, базовые ноты мускус, страна Испания. А, да. Да, тут получается конопля. Девчонки, ну, мне очень понравился аромат. Этот аромат не походит ни на какие мои ароматы, но реально понравился. И у меня тоже муж, тоже, я когда побрызгалась, послушала аромат, и говорит, очень понравился. И кто-то про него, я уже в отзывах читала, кто-то про него написал, что это, можно сказать, что это унисекс. И для женщин, и для мужчин подходит. А мне вот, мне кажется, что он немножко сладковатый. Вот сначала, когда вот только брызнули, и вот, знаете, кажется, какие-то мандаринки, что-то вот такое вот из фруктов. Сочное, спелое и сладкое. Вот для меня вот такой аромат. Сразу скажу, прочитайте обязательно про этот аромат, потому что многие его хвалят, а многим он не понравился, этот аромат. Вот реально некоторые, ну, какую-то траву слышат или еще что-то. Для меня вот прямо... Я бы слушала и слушала этот аромат. Очень понравился, реально очень понравился. И если добрызгаю быстро, быстро эти 10 мл, то закажу большую. Для меня этот именно понравился. Я коверкать язык не буду, как название этого аромата. По ссылочке, пожалуйста, перейдите и прочитайте. Их очень много. Про парфюмы начали, давайте и продолжим про них. Заказала я на себе 8 мл туалетную водичку Viva La Juicy Noir. Это такой вот темненький флакончик. Есть вот такой вот светленький, а есть такой бордовый, точно такой же. Это у меня 30 мл. Это Viva La Juicy. Juicy Couture. Ну, так его произносят. Больше так-то кажется, что Juicy Couture. В Америке, вот англоязычные, смотрю каналы, они говорят Juicy Couture. В общем, сладкие ароматы, что этот, вот этот аромат, который в темном флакончике, это как бы, сейчас я скажу, как тут написано, что у нас группы цветочные, сладкие, фруктовые, верхние ноты мандарин, лесные ягоды, средние ноты жимолость, гордения, жасмин, базовые ноты ваниль, карамель, сандал, амбра. Так, страна США. Так вот он у меня вот здесь вот в пакетике был. Так, вот. Очень понравился аромат. Этот у меня все уже заканчивается. Да, и я решила потестировать этот. Не вслепую брать, да, а как обычно я люблю. А вот потестить, если уж зайдет, тогда закажу бутылочку, ну, там 50 мл. А это, девочки, это все пробники. Положили пробники, да, 3 пробника. Сейчас, ну, у меня заказ, наверное, просто большой, больше 10 тысяч. И тут 3 разных пробника. Энджелин. Это бренды Энджелин. Дальше. Заказала я щетку. Это у нас щетка с натуральной щетиной и нейлоном. Это, ну, для себя, может быть, и больше у меня для второго канала. Да, там у меня СМР-канал, поэтому кто знает, тот поймет. Сегодня уже тестила ее, расчесывала, манекен расчесывал, очень приятный от нее звук идет, расчесывается очень хорошо. Я сама расчесывала, это у нас Лизи, тут волосы Лизи, ну это манекен у меня. Вот, сама расчесывала, очень приятно расчесывает, и такое ощущение, что вот как массаж девочки делает, массаж. Она не дешевая, потому что натуральная, но мне очень понравилось. Я не пожалела, что заказала такой вот бренд. Дальше для волос. Для волос у меня здесь Ботавикос фирма, облепиховая сыворотка для волос с имбирем и розмарином для укрепления и роста волос. Ее не нужно смывать, просто наносим и не смываем. Решила попробовать. Не жирнит волосы, просто по проборам и все оставляем так. Можно после мытья, как помыли волосы, нанести. Написано 98,8 натуральная. Следующее. Я заказала себе про запас, до запас. Это у меня от Виши, мицеллярка и тоник. Тоник, значит, я уже такой заказывала. Это для чувствительной вроде бы кожи. И сейчас скажу точно. Просто я когда-то их заказывала, эти средства. Мне они очень понравились, никакой аллергии нет, все хорошо. Поэтому я решила в следующий раз не экспериментировать. У меня тут кое-что закончится. Скоро у меня там кое-что закончится. И вот это вот, вот этим буду пользоваться. Значит, это совершенствующий тоник для чувствительной кожи. Удаляет загрязнение, увлажняет.
Да, вот никакой аллергии точно нет. При попадании в глазки не щиплет, вроде бы, да. Просто изменился дизайн. У Виши изменился дизайн. И вот немножко флакончики другие, они такие какие-то кругленькие стали. Раньше были такие овальные, мне кажется. Так, а это здесь у меня мицеллярка. Мицеллярная вода с минералами для лица, глаз и губ. Бережно очищает и снимает макияж. Заметно успокаивает и поддерживает баланс кожи. Не требует смывания. Плюс пантенол. Вот у меня мицеллярка на данный момент вот такая сейчас, да. Про нее девочки говорили, что не очень. Вот, в общем, она у меня заканчивается. Видите, чуть-чуть осталось. А когда-то надо было мне срочно, никакой не было, я то взяла. А сейчас буду Виши пользоваться. Это 400 миллилитров. Здесь 400, здесь у меня... просто тоники у меня есть. Еще, ну, там еще есть тоник. Здесь 200, здесь 400. Один пробник у меня вот, вот так называется. Это тоже в подарок положили. Маску. Маску тканевую. Я очень люблю маску. Маски тканевые, они у меня быстро заканчиваются. Расческа еще одна. Но это у меня тоже для второго канала. Это разделять, да, пряди разделять. Расческа рабочая. Деваль фирмы с металлическим хвостиком бежевая. Все зубцы расчески расположены так, что, чтобы обеспечивать безупречное расчесывание, необходимое для профессиональной работы с волосами. Дальше следующее. Заказала я снова, когда-то я заказывала от Анастасии Беверли Хиллз. Это карандаш для бровей. У них лучшие, мне кажется, карандаши. Так, это карандаш для бровей, который выдвигается. Так, щеточкой. И у меня цвет, что так, мне кажется, произносится, эбони. Да, вот. Он не черный. Он, знаете, вот какой-то серо-черный цвет, потому что еще темнее есть. А мне надо вот такой цвет было. У меня сейчас вот Stellary 4 номер, тоже серо-черный. Этот потемнее чуть-чуть, щеточка. Очень классный карандаш, конечно. Вот сейчас нарисую. Такой вот он не черный. Он вот именно какой-то серо-черный. Как раз для моих бровей, потому что у меня не рыжие, не коричневые, а вот именно они серые. Так, мои хорошие, последнее. Это у меня здесь палетка румян. А, да, палетка румян от Revolution, Makeup Revolution. И у меня тени есть такой фирмы. Нормальные, хорошие тени, не сильно дорого стоят, ну, как бы, ну, как, не знаю, 1000 с чем-то, что ли, тени 2000 с чем-то стоили. Нормальное его качество. Мне кажется, лучше, чем Stellary по качеству немножко, да. И здесь у нас 8 оттенков. Это румяшки. Тоже у меня очень мало румян, и я решила заказать вот такие вот разные. Они, правда, здесь почти все сатиновые такие, да, поблескивают. А матовый это только один, и то он как раз подойдет для контурирования. Такой прям цвет хороший. Давайте розовые два. Очень хорошая пигментация, прям, видите, как по маслу. Вот, все мои хорошие. Еще раз повторюсь, все ссылочки под видео. Если какие-то будут вопросы, задавайте, пишите. Ребята, я еще не доснимала, забыла. Вот что мы заказывали. Это я Кириллу заказала суперэффективный роликовый гель сос от прыщей и угрей. Он просто у него находится в комнате, я забыла. От фирмы Эвелин. Мы сейчас пока тестируем. Ничего не могу про него такого сказать. Но тут написано, что быстро, как бы быстро все убирает, устраняет прыщи и следы от них. Предотвращает повторное появление прыщей и угрей, предупреждает развитие бактерий. Препарат моментального точечного воздействия, как кроликом. Удобно, конечно, очень удобно держать и очень удобно пользоваться. Немножко подсушивает, но Кирилл говорит, не так быстро, как хотелось бы. Но удобно пользоваться. Если прям вообще хорошо будет помогать, я потом во влоге расскажу обязательно про него. Пока тестируем. Всем пока, мои хорошие. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Пока.